Господи. Подними. Не-не-не-не-не-не. Не трогай его. Что-то ни хера не шевелится, если честно. Я не знаю, тут раз махом потушили, прямо вот буквально, знаешь, минут 15 или 20, и все. Как будто я хуй знает, где горит вообще. Ну. Говорю, то я даже как раз удивилась. Ну, а что осталось-то немного, блин, до вас-то? Да что тут, сейчас как хромотанет, и все, и детская и окна. Так хренули вы тут стоите-то все, блин? А у нас все документы забыли. Да? Мы не это. Жесть вообще. Тут-то вообще вот инвалид-то. Ну я посмотрел на людей-то, которые лежат, я их не знаю. Это не наши, не наши, я подходила. Сейчас просто уже тушить надо то, что это не загорелось. Вот посмотри, что делается-то. Этой... Так а вон херачи, с той стороны уже вот эта часть горит вся. Уже вот эта вся часть горит. Там кто-то вон, наверное. При том, что пожарка рядом, блин. Да не говори.